Ребят, всем привет. Машина Duster на чеченских номерах. Номера принадлежат Форду Фокусу, на который наложены ограничения на регистрационные действия. Стоит во дворах Разметелево, Всеволожский район. Машина открыта, пимпы подняты. Цилиндр целый, вся такая запыленная, грязная. Поисковик сказал, что от нее даже пахнет гаражом. Ну, может быть, не знаю. Активист, который заметил ее здесь, спустил колесо, чтобы машина никуда не делась, и поехал по своим делам. Угоняли и находили другие. Было как-то одно время, ну, ей-богу, повально. Только слышишь, там угнали, там угнали. Каждый там день, что ли? Ну, порядочно было. Вот именно такого Дастера, я помню, угнали, мужчина сразу умер. У него на нервной почве умер. В пятом доме в этом был. Да вы что? Да. А он ее в кредит взял. Короче, он не выдержал. Слушай, дашь тебе вот эту машину? Нет. Машина спрашивает, давно она стоит? Ну, как я домой в 12 уже шла или во сколько? Она уже стояла сегодня. Сегодня? А сегодня. До этого, а до этого наша здесь стояла, на этом месте. То есть сегодня ее поставили? Сегодня, да. Есть подозрение, что это угнанный автомобиль? Ну не могу ничего сказать, но сегодня. Вы позвонили в службу 112 Ленинградской области. Все разговоры записываются. Оператор 210, здравствуйте, что у вас случилось? Хотел бы вызвать полицию на обнаружение угнанного автомобиля. Заявка передана в полицию Всеволожского района. Ожидайте, держите телефон на связи. Да, хорошо. Да, это он. Он хлопушка спереди. Да, вот хлопушка. Хлопушка спереди, бутылки, маски. Дефлектора стоят, парков, пороги дополнительные. Троники сзади, спереди. Что, там да нихуя тут нету. Она стопудовно. Какого-то Невского района тачка. Нашел в группе ВКонтакте, значит, объявление двухмесячной давности об угоне автомобиля Renault Duster коричневого цвета. Машину эту угнали 2 месяца назад. На угоне этого автомобиля были задержаны угонщики. Их вычислили благодаря съемкам с камер видеонаблюдения. Было вычислено, на каком каршеринговом автомобиле они приехали, уехали, и в итоге этот автомобиль был задержан. 2 месяца назад они угнали этот автомобиль, и найти его полиция почему-то не могла до сих пор. И сегодня утром или вчера вечером автомобиль здесь появился. Его, видимо, откуда-то выгнали. Странная ситуация, как будто бы слив автомобиля или он пошел в дело. В общем, непонятно. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу обнаружения этого автомобиля. Напомню, спустя 2 месяца машина сегодня появилась во дворе Всеволожска и была сообщена через приложение СПО анонимом. Проверили номер, не соответствует, приехали, оказалось угнано. Вот вчера человек ходил, бля, в белых кроссовках, нахуй, когда я в час ночи выходил, бля, в белых кроссовках, такой же синий капюшон, бля. Вот, и я, бля, подумал, что это, может быть, ты тут трешься, бля, что ты, бля, вынюхиваешь. Потому что у меня, блядь, в прошлый раз, бля, спиздили, бля, зеркала, блядь, сломали, нахуй. Эти, блядь, фары побили, блядь. На Форде, что ли? Да. Ну, уже надоело, блядь, уже, херня, блядь. Что, вы вызвали на меня полицию, да? Да, а что я должен делать? Что мне, блядь, остается делать? Да где она, приехала, не приехала? Не приехали, они заявку приняли, говорят, сейчас приедем, блядь. Так что ты не обессудь, ладно? Да, все нормально. Если бы сам не позвонил, мы бы, наверное, так тут и стояли бы. Она просто упала на меня, эта заявка. Я уже решил просто узнать, что там вообще по ней разрешается. Нет никаких сложностей. Открыть двери аккуратно в перчатках и посмотреть ВИН-номер. Эта машина есть ВКонтакте. Вот ее ВИН-номер, что ее угнали. Госномер 53-го региона, то есть не факт, что владелец вообще в городе, в Санкт-Петербург. И что вот задержали двух типов, которые передвигались на каршеринге. И оперуполномоченный, который сюда приезжал, тоже подтвердил эту информацию. Я это просто нашел уже после того, как он уехал. И что он здесь посветил лицом и уехал? Он сказал, что злоумышленников задержали. Можешь не волноваться, машина никуда не уедет. До сих пор вот пока что никаких движений не произошло по ней. Ну, то есть надо ускорять как-то. Где у них ВИН-номер? Я сейчас посмотрю в интернете. Чтобы нам долго не мучиться, мы сейчас просто установим и все. Ну
сейчас, что это такое. Вот, пожалуйста, X7LH. X7LH. RD. SRD. SRD. GN498474-54. Здравствуйте. Здравствуйте. Это представители общественной организации. Какая у вас общественная организация? Общественная организация «Содействие поискам угнанных автомобилей, угона нет» называется. То есть специализированно ищете, угнали, поисковая группа ходит? Ну, не совсем так. Чаще находки осуществляются посредством гражданской бдительности, когда через приложение или через диспетчера сообщают о каком-то подозрительном автомобиле новом во дворе. Ну и мы уже номера проверяем, вот как и в этом случае, просто анонимно кто-то прислал. Но тут странная ситуация, машина 2 месяца отсутствовала, она, видимо, где-то в гараже стояла, она появилась здесь сегодня утром, то есть кто-то ее выгнал. Вот. И может быть, нашим сообществом воспользовались для того, чтобы произошло обнаружение. Мы уже думали, что в Евроавто автомобиль. Понятно. Нет, ну видите, значит... Ну да, собрали, значит, зачем-то нужно было им собрать. Стоит защитить от угона. Конечно, безусловно, водитель, наверное, сделает выводы. Ну, мы представители. Водитель находится в командировке. Да я понял уже, в Мурманске где-то мне сказали. Да. А я тут пострадавший, в чей день рождения произошел вот этот вот пакостный случай. Да. Люди приехали ко мне на празднование моего дня рождения, и в мой день рождения случилась вот эта вот неприятная вещь. Вот, поэтому это уже не моральный ущерб. Ну, очень было. Праздник был на смарку, можно так сказать. Мы пошли уже в ресторан праздновать события. И вдруг у нас из-под носа, из-под дома угнали машину, да, вот моей сестры, да, которая приехала ко мне. Да, они, конечно, эту машину тоже выстрадали. Ну, то есть там были заемные средства, да, они выплачивали какие-то кредиты за эту машину. Люди, ну, просто люди, вот. То есть 53-й регион, это Новгородская область, да, там Лубенка, и, соответственно, вот, своим трудом. Ну, у человека, вот он потерял эту машину, вот у него вот жизнь закончилась. А где сам, собственно? В командировке, в Мурманске. Машина на эвакуаторе поехала в отдел на дополнительную экспертизу, на Софийскую. Хэппи-энд очередная находка, ребят. Подписывайтесь нам на канал. Удачи и пока!